Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Готовим счастье дома». Сегодня будем с вами готовить круглые как шарик питы. Это лепешки, которые выпекаются либо на сковороде, либо в духовке. Внутри питы получается кармашек, в который можно положить любую начинку. Итак, приступим к приготовлению. В глубокую миску просеиваем муку, добавляем соль, дрожжи, сахар и все хорошо перемешиваем. Когда мы перемешали все ингредиенты, добавляем воду и снова немного все перемешиваем. Затем добавляем немного растительного масла, чтобы тесто было более эластичное. И замешиваем тесто. У нас должно получиться очень мягкое и эластичное тесто. Когда мы немного выместили тесто, оставляем его в миске, накрываем пленкой и ставим в теплое место, чтобы оно увеличилось в размере где-то в 2 раза. На это уходит приблизительно час. Вы только посмотрите, какое у нас получилось пышное и пузырчатое тесто. Аккуратно снимаем пленку, немного замешиваем тесто. Нам не нужно его делать крутым. Оно немного прилипает к рукам, поэтому желательно сверху его тоже присыпать мукой. После того, как мы немного обмяли тесто, разравниваем его в небольшой пласт и разрезаем на 8 равных частей. Из каждой части затем мы скатываем аккуратный шарик. Берем рабочую поверхность, присыпаем ее мукой, выкладываем наш шарик из теста и раскатываем в лепешку толщиной приблизительно 0,5 сантиметра. Выпекать питы мы будем на противне, застеленным пергаментом. Чтобы наши питы наверняка поднялись и внутри образовался кармашек, духовку следует разогревать до максимальной температуры и затем быстро поместить в нее нашу заготовленную лепешку. Готовиться пита будет где-то 8 минут. Через 2-3 минуты она начнет надуваться как шарик и внутри образуется кармашек. Лепешки питы готовы. Теперь можно взять любимую начинку и положить внутрь этой лепешки. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь и ставьте лайки. Спасибо за просмотр!